Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Игрополка. И сегодня у нас в центре внимания настольная игра от издательства Мир Хобби, которая называется Энциклопедия. В данной игре мы, игроки, будем помогать графу де Бюфону в создании его монументального труда, который получил название «Естественная история». Этот труд состоит аж из 36 томов, а после смерти графа его последователь дополнил этот труд еще 8 томами. Вот мы, игроки, будем, скажем так, помогать графу в его деле. Какая стоит перед нами задача? Мы будем выбирать животных, которых мы планируем изучить. Далее будем отправляться в экспедиции по всему свету, где будем изучать различные признаки выбранных животных, а после чего будем публиковать результаты своих исследований и за эти публикации получать победные очки. Тот игрок, который наберет больше всего победных очков, и будет победителем в игре. Начнем мы традиционно с подготовки к игре. Выложите в центре игрового стола игровое поле. Далее, игра длится у нас 6 раундов. И в игре есть 12 жетонов раундов. На этих жетонах, это рубашка жетона, где изображены песочные часы. На обратной стороне изображен некий бонус, который игроки будут получать во время раунда. Здесь на 12 жетонах 6 бонусов. То есть каждый бонус представлен в двух видах. Перемешиваем данные жетоны и выбираем 6 случайных из них. И располагаем вот здесь. Это у нас счетчик раундов. Оставшиеся жетоны, которые не участвуют в игре, мы убираем обратно в коробку. Далее, вот здесь у нас область университета. Сюда нужно расположить 6 карт экспертов. В процессе игры мы сможем попросить помощи у определенных экспертов, которые будут давать игрокам определенные бонусы. Перемешиваем карты экспертов и выкладываем туда 6 карт. Так, держите еще 3 карты. Расположите их. Чуть ниже у нас область академии. Здесь нужно выложить карты животных, которые мы будем изучать. Только количество карт зависит от количества игроков. Здесь есть подсказочка в виде 3 фламинго и 4 фламинго. То есть при игре вдвоем вы заполняете только 4 верхних и 2 нижних. То есть 6 животных, при игре втроем 7 животных, при игре вчетвером все 8 животных. Нас за игровым столом собралось 3, поэтому мы должны выложить 7 карт животных. Перемешиваем карты животных и выкладываем 7 карт. Иллюстрации в игре потрясающие. Сразу вам расскажу, как устроено животное. Животное принадлежит одному из континентов. У нас есть Америка, красная, Африка, желтая, Азия, фиолетовая, Европа, синяя, и Океания, зеленая. И каждое животное, да, оно принадлежит определенному компоненту. Например, данная черепаха из Европы. Это так называемый первый признак животного. Далее, есть такая категория, как млекопитающие, земноводные или птицы. Тип питания у нас есть травоядные, плотоядные и всеядные. Место обитания — это у нас сухопутные, морские и древесные. И последнее — это температурные условия, которые они предпочитают, или климат, да, жаркий климат, холодный климат или умеренный климат. Именно вот эти признаки у животных мы и будем изучать. Каждый игрок получает у нас планшет двусторонний. Одна сторона для соло игры. Мы выбираем ту сторону, где у нас есть 4 места под карты экспертов. Кроме этого, каждый игрок получает вот такой портрет. Это чисто визуальное украшение, да? Мы его прикладываем с левой стороны. И двухстороннюю подсказку, где у нас описано подсчет очков в конце игры. А это подсказки, которые пригодятся нам в процессе игры. Размещаем данной стороной здесь. Кроме этого, каждый игрок получает фишку, которую мы размещаем на треке подсчета победных очков. Вот здесь у нас 3 фишки. Одну фишку, которую мы размещаем на треке репутации на своем планшете. И вот такие вот кубики исследования, которые мы будем размещать
на признаках изучаемых нами животных. По поводу трека репутации. В процессе игры игроки будут получать репутацию свою, как-то улучшать. И на треке есть бонусы. Бонус, когда вы проходите данный бонус или останавливаетесь на нем, вы его получаете. Вы можете получить жетон экспедиции. Здесь далее это карта эксперта, свиток. Вот оно помечено подсказочкой. Три монеты. Это карта животного. Вот здесь подсказочка, да, то есть лупа – это карта животного. И в конце это королевская печать. Последнее, что отмечу, в игре есть замечательные такие коробочки, где расположены жетоны экспедиции, монеты и королевские печати. Далее, что нам нужно делать? Определить первого игрока и... Ну, давай ты, да. Да, хотят, чтобы я был первым игроком. Хорошо. Первый игрок получает вот такой жетон. Жетон первого игрока. По сути, ну, я буду начинать какие-либо действия в очереди, да, начинаются с меня. С игрока последнего теперь идет следующее. Он выбирает две карты животных. Это черепаха и бобр. Это стартовые его карты, которые он планирует изучать. Давай, Миш, ты будешь карты располагать вот здесь, чтобы их видно было. Давай, Ань, твой ход. Ага, то есть... Мы идем в обратную сторону. Да, мы еще... Это пока подготовка у нас идет. Птички у меня. А я буду изучать... Идентичные. Угу. Это королинка и серая цапля. Давайте я возьму водяную агаму и ящерицу. Что мы делаем дальше? Заполняем вновь животных. Так, мне там что, птичка еще прилетела? По количеству игроков, да. И вот теперь мы готовы начинать играть. Итак, первое, что мы делаем, переворачиваем жетон и смотрим. Здесь нарисована лупа, значит, каждый игрок берет одну карту животного. Но теперь, поскольку первый игрок я, да, мы начинаем... Теперь я и буду брать, да? С меня. Итак, давайте я возьму... вот... Все замерли в тревоге. Давай, вот возьму его. Это ламантин, что ли, какой-то? Давай, Ань, ты. Какой-то, сейчас я посмотрю, кто это. Голубая сиалия. Посмотри, пожалуйста, так видно, нормально? Да, да, твои карты будут размещаться там. И Миш, ты. Тоже кого? Журавля, что ли? Далее, заполняем карты. Вообще, карты выкладываются. То есть, если вы взяли какую-то карту в процессе игры, новые карты не выкладываются. Но сейчас у нас было как бы две карты животных мы взяли в подготовке к игре, а вот третью карту мы взяли за бонус раунда. Бонус раунда может какой? Взять карту животных, взять карту эксперта, использовать один дополнительный кубик в процессе игры, или монеты, или ничего. Ну, а теперь у нас начинается непосредственно сам раунд. В игре есть вот такой мешочек, где у нас расположены кубики данных цветов. Каждый игрок берет 4 кубика. А ты монетки не раздал? Да, 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 забыл раздать стартовый капитал. Каждый игрок получает жетон экспедиции. А то не на что ехать будет. Первый игрок получает 2 монеты. Так, каждый последующий игрок получает 3 монеты, а если бы в игре был 4-й игрок, он бы получил 4 монеты. Самым богатым игроком. Бросаем кубики и располагаем эти кубики вот на данных местах. Обратите внимание, здесь тоже нарисованы некоторые бонусы. Это у нас бонусы, которые вы получите, если соперник будет использовать ваш кубик. А тут так можно, да. Да. Все, начинается первый раунд. Раунд, что делают игроки в свой ход? Берут кубик, выставляют его на поле, выполняют действия в той области, куда они его выставили, и передают ход дальше. Кубик. Вы можете взять как свой, тогда вы просто его берете и выполняете действие, так и можете взять кубик соперника. Если вы используете кубик соперника, он получает соответствующий бонус. Это ничего. Никакого бонуса, да, 2 монеты, 2 очка репутации и 3 победных очка. Какие могут быть действия? Первое, чтобы успешно проводить экспедиции, нужно заручиться, ну, эту экспедицию снарядить. Для этого здесь есть вот область посольства. Выложив сюда любой кубик,
Цвет имеется в виду, неважно. Вы получаете столько жетонов экспедиции, каково значение кубика. Да? Например, если вы выложите кубик со значением 5, получите 3 жетона экспедиции. Для чего нужны жетоны экспедиции? Жетон экспедиции может во время любого действия поменять цвет кубика, а во время действия экспедиции добавить 2 к значению кубика. То есть вы, если ставите, например, желтый кубик со значением 6, тратите 1 жетон экспедиции, становится значение 8. Далее. Конечно, без денег никуда, поэтому здесь есть банк. Можно потратить любой кубик любого цвета и получить деньги. 5 монет. А для чего нужны монеты? Во время любого действия вы можете потратить сколько угодно монет, чтобы повысить значение кубика на 1 за 1 монету. То есть вы можете поставить, например, опять же, пойти в экспедицию, поставить 5, доплатить 10 монет, и значение кубика будет 15. Дальше. Вот здесь, в университете, можно заручиться поддержкой экспертов. Ставите кубик, берете карту эксперта. Если кубик, который вы поставили по цвету, совпадает с картой эксперта, берете жетон экспедиции. Вот здесь есть подсказочка. Далее, можно потратить кубик вот здесь, в области академии, чтобы взять карту животного. А цвет кубика должен совпадать с картой животного. Это главное. Ну, а от значения зависит то, сколько вы получите очков репутации за это действие. Конечно же, кубики можно тратить, отправляясь в экспедицию. Цвет кубика должен совпадать той части света, куда вы едете. А его значение будет определять количество очков, которые вы потратите, можете потратить на изучение признаков животных. Ну и последнее. Кубик можно потратить, отправившись в сюда, вот в эту область, и опубликовать результаты своих исследований. Про это мы подробно, про экспедиции и про публикации мы поговорим подробно, когда до них дойдем. Итак, мой ход. Первое, что я делаю, да? Пока надо подкачаться. Я... Давайте... Беру кубик 3. Ставлю его сюда. Беру вот эту... Нет, ну зачем мне вот такую... Что-то делаю не то. Тебе вообще птицы, по-моему, не нужны. Да, мне птицы не нужны. Я пока ничего не буду делать. Ну, в смысле, здесь не буду делать. Я заберу кубик. Вот этот вот Мишин кубик с пятерочкой заберу. Миша получает 2 монеты за то, что я взял его кубик. А тебе зачем это? Я иду вот сюда и получаю 3 жетона экспедиции. Понятно. Вот, за пятерочку. Все, ходи, Ань. Так. Давайте я пойду вот сюда, стану первым игроком. Да, тот, кто приходит в банк первым, становится первым игроком. И получу суду на 5 монет. Да, давай. Миша забрал у мамы кубик, она двигает по треку репутацию, пересекла. Да. Бонус получает бонус. Он забирает животное и... Раз, два, три. Да. Тоже бонус. Да. Трек получил 3 очка репутации, пересек. Бонус получает бонус. В принципе, может, мне поможет. Давай, я пойду. Я буду использовать... Чужие кубики? Нет, я буду использовать свой кубик, вот эту вот троечку. Да нет, давай я буду использовать Мишин кубик пятерочку. Я свиток получить должен. Да, Миша пересек, свиток берет карту эксперта, а я... А ты сам не достанешь. Подожди минуточку, беру вот это вот животное. Выбирай эксперта себе карту. Я положил пятерку, у меня 3. 1, 2, 3. И получаю жетон экспедиции. Да, Миша берет карту эксперта. Твоей тройкой фиолетовой вот сюда иду и получаю 2. Помните, рубля. Вы можете повысить, потратив монеты. Ну уж я их только заработала. Потратить монеты можно, чтобы повысить значение кубика во время любого действия, и потратить жетон экспедиции, чтобы сменить цвет кубика, можно во время любого действия. Беру твою четверочку. Вот, смотри, я иду 1, 2 за и то, что ты взял. Я возьму, ты ходи пока. Я беру черепаху. Да что же вы все это понабрались-то? Я должен получить 3 монетки, но вот я задаю 2, беру взамен 5. Так, по картам экспертам. Карты эксперта бывают 3 типов. Первое – это мгновенное действие. Если на них нарисована молния, вы можете ее взять, тут же выполнить действие, например, получите репутацию или получите монеты.
и перевернуть ее. Она будет лежать рубашкой вверх. Есть карты, которые действуют в течение игры. На них изображен знак бесконечности. Например, вот эта карта эксперта. Когда вы кладете кубик в банк, вы получаете не только 5 монет, да, но еще и 3 победных очка. А вот эта карта эксперта, когда вы кладете кубик исследования на первый признак животного, например, вы узнали, что у нас мангуст млекопитающий, вы получаете 1 монету. Вот так работают. А некоторые карты экспертов, на которых изображен колокольчик, работают в конце игры. То есть в конце игры каждая карта эксперта принесет вам 1 победное очко. Ты что-то берешь? Да, я беру вот этот. Хорошо. Это был Мишин ход. У вас может быть одновременно только 4 карты эксперта активными. А вообще карт экспертов может быть сколько угодно. То есть вы можете брать карты эксперта, класть их под низ, например. И те карты, что под низом, они уже, конечно, никакой роли не играют, но они будут участвовать в конце игры в подсчете очков. Да, сейчас Миша ходил, я в его же ход получил это, да? Угу. Я возьму... Давай, пока еще очень мало... Что можно делать? Я возьму твой кубик, пойду в банк, я получаю вот 5 монет. А я беру... И за свою карту эксперта получаю 3 победных очка. А я беру свой кубик. И беру фиолетовую. И здесь 3 карты. Нет, птичку фиолетовую. Здесь 2 птички фиолетовых. Так, подожди. А в чем мне важнее? Вот эту, все. Вот эту я до нее сама дотянусь. И 3 победных очка. 3 очка по репутации. Раз, два, три. И я должна забрать. И карту эксперта, да. Видишь, твой ход. Иду сюда. И 3 жетончика. 3 жетончика. Так, мой ход. Я, наверное, все-таки сделаю это. Миша, вообще не осталось. Кого? Кубика? Кубик. Ну, забрались. Я беру твою шестерочку. Вот тебе 2 монеты за это. Дальше я трачу жетон экспедиции и говорю, что это фиолетовая шестерка. И ставлю ее сюда. Смотрите, когда вы отправляетесь в экспедицию, вы занимаете крайне левое положение. Чем левее положение, тем больше очков репутации они дают. Потому что вы как первооткрыватель едете первый, да, в эту часть света, вы получаете много репутации. Но чем правее находится клетка, тем больше у вас есть бонус к значению кубика, да, например, плюс 1, плюс 2, плюс 3. Если вы поставите кубик сюда, то есть четвертый, кто сюда приехал, то у вас репутации 0, но зато значение кубика будет плюс 3. Вот сейчас у меня значение кубика плюс 0, но зато я получаю 3 очка репутации. Вот я двигаю 1, 2, 3. Я получаю 3 монеты, потому что я пересек бонус монет, и я остановился на животных, я беру животное, да, я вот беру карту животного. Смотрите, вообще в этой игре нельзя выполнить действие, если вы его не можете выполнить. Имеется в виду, что если здесь не будет карт животных, они кончились, то вы не можете пойти сюда, не взять карту и получить репутацию. Это нельзя. Но можно, например, делать действие, если вы в процессе получите возможность выполнить действие. Например, у вас нет карт животных, вы пошли сюда, получили 3 репутации, пересекли бонус, взяли карту животного и тут же ее исследовали. Вот так можно сделать, надеюсь. Объяснил понятно. Итак, вот теперь смотрите, у меня 6. Я хочу изучить следующую категорию признаков. Я хочу изучить, что у меня дюгонь. У него первая категория, вторая, третья и четвертая вот написаны в очках. То есть изучить первую категорию стоит 2 очка, вторую 4, третью 7, а четвертую 10. Я хочу изучить дюгонь, у меня любит жаркий климат. Мне нужно потратить 10 очков, но у меня значение 6. Поэтому я доплачиваю 2, трачу 2 жетона экспедиции, теперь у меня значение 10. Далее, я хочу изучить, что у меня синеголовая великолепная райская птица, тоже любит жаркий климат, мне еще надо 10 очков. Вот я трачу 5 монет, еще 2 жетона экспедиции и монету. То есть, таким образом, значение моего кубика сейчас равно 20, и вот трачу 20, трачу сюда. И я хочу... Еще осталось, что ли, что-то? Уже, наверное, там ничего нет. Да, я трачу еще 4 монеты и изучаю второй признак. И узнаю, что дюгонь у меня травоядный.
То есть значение моего кубика равно 24, но я потратил все, что есть. Но еще обратите внимание, вот здесь каждый признак имеет определенное количество очков. То есть первый признак 0, за изучение второго признака я получил 1 очко, за изучение третьего признака 6, и здесь 6, то есть еще 12 очков. Так, стоп. Да. А у него же забрали, или ты сам свой положил? Наверное, сам. Сам использовал. Мама ходит? Да. Да. Давай. Я забираю твой... Какую трёшку? Первую трёшку. Вот да. Этого, да. Я получаю монеты тебе. Монеты. Всё, а мне еще 5. Я хочу подготовиться к экспедиции. Миша, твой ход. Я тоже самое. Ну, ты, я получаю 3 победных очка. Не забудь, да. 5 монет. Да. Итак, закончили, смотрите, как заканчивается у нас конец раунда. Во-первых, если у игроков есть жетоны королевских печатей, их можно получить двумя способами. Это опубликовав результаты, или когда у вас трек репутации дойдет до конца. Вот в конце раунда каждый игрок имеет право, или получает такой шанс, да, потратить королевскую печать, чтобы совершить дополнительный ход. Сейчас у нас печати нет, поэтому мы ее пропускаем. Конечно, нет, рано еще. Далее мы сбрасываем карты. Вдруг кто-то уже публиковал. Которые есть на поле. Держите, убираем все кубики. Мне так не нравится. Выкладываем новые карты экспертов. Что тебе нравится? Мне нравится, что мы все разноцветные. Да, тяжело, вот. Придется ехать в разные, тяжело, в конце, в разные области. И... Мне это надо. Разложи, Миш. Да. Выкладываем новые карты животных. Так, все. Пожалуйста. Опа. Начинается новый раунд, и он начинается с того, что каждый игрок берет животное. Карту животного. Давай, Ань, ты у нас первый игрок сейчас. Да-да-да, я не прочь. Дайте посмотреть. Ага, у меня пока только одно такое животное, да? Давайте вот так сделаем. Я беру оленя. Давай, я возьму, конечно же, панголина. Все, да? Можно вынимать? Накладываем. Можешь вынимать. Да, сейчас я доложу вот здесь вот. О, сколько много сейчас желтых. Надо желтых собирать, похоже. Богач. Ты богач? А вам какие нужны? Все, начинаем. Фиолетовый. Я начинаю. Фиолетовый. Я беру у себя зеленый, же вот красный кубик. Да. И поехала. Давай. Ты пошла в экспедицию? Да, пожалуйста. Так, давай, 3 репутации получай. Бери раз, животное. Раз, два, 3. Карту животного как и бонус. И 3 этих. Да, да. Тут остались вообще мои пернатые? Пернатых? Вот пернатый, вот пернатый. Сейчас я подумаю, какой из них мне больше нужен. Никакой. Давайте вот эту историю. Смотрите, если кончились карты животных, вы не можете выполнить вот это действие, но если вы получаете бонус по треку репутации, а здесь животных нет, то вы берете сверху колоды одну карту. Все, я то же самое касается карт экспертов. Я приехала, у меня на кубике 5. У тебя 5. Я буду изучать красных. Ну вот они, у тебя 3 как раз лежат, которые видны зрителям. Да. Ну, изучить, что все. Так, а у меня, знаешь, вопрос какой? Я потом, например, захочу публиковаться, и она будет изучена. Могу я ее не публиковать? Можешь не публиковать. Ну, то есть, да. Даже несмотря на то, что... Я так и планирую делать. Ну да, потому что я думаю, может, все-таки на всякий случай там поизучать вот этот признак-то тоже. Какой? Ну, какой? 3-й, да. Итак, давай, я начинаю изучать. Сначала изучаю, что все они 3 птички. Мне для этого нужно 6, а у меня 5. Вот я тебе одну доплачиваю, на, и изучила их. Правильно? 6. Значение кубика 6. Ты изучила, у каждой первый признак стоит 2. Ты как раз 6 очков потратила, чтобы изучить первый признак у 3 карт. Да. Но каждый раз, когда изучаю первый признак, я получаю монету. А я изучила у 3, значит, я получаю 3 монеты, да, верно? Да, это карта эксперта. Безотходное такое производство у меня. Дальше. Я хочу изучить, что все они... кушают вот это мяско. Ну, а как это? Это что такое? Всеядные. Да. Для этого я должна заплатить 12 очков. То есть значение кубика еще должно быть на 12 больше. 12 больше. Все, все уже, можно сказать, отдала. Даже. Так, это все 3 у меня, да? И меня нужно подвинуть каждую. 3 победных очка. Три победных очка. Да. Одно победное очко за...
Да. Второй признак. Теперь я хочу изучить третий признак. И за это я должна дать... 21 очко, если 21 очко у меня нету. Но у меня может быть 1, 2, 3, 4 Сколько не собирай, все равно не хватит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 И, допустим, вот так, верно? Это 6 и еще вот одно. 2 изучу, окей? Давай, вот ты заплатила 6 повысила с помощью 3 жетонов экспедиции, 7 и еще 7 монет. Да, и поставила вот 2 признака на 3. Это 3. Еще 6 очков да. Тебе. Все у меня. Все, Миш, ну, ходи. Больше мне просто мне нечего. Нечего. Мой зеленый кубик, мне 2 монеты. Вот я отсюда заберу. Хожу сюда, беру вот этот признак. Да. Так как он совпадает по цвету. Ты взял... Печать. Карту эксперта и взял жетон экспедиции, потому что ты потратил зеленый кубик. Все правильно. Так, а мне нужен вот этот очень сильно и срочно нужен этот тоже карта эксперта. Я ее заберу сейчас, чтобы она не пропала. Не пропала. Какая конкретно тебе нужна карта эксперта? Вот, я беру твой фиолетовый кубик, тебе 2 монеты, иду сюда же. Вот эту карту беру, и тоже у меня цвет совпал, поэтому я получаю жетон экспедиции. Твой вот. Красный кубик уходит вот сюда. Я все равно остаюсь первым игроком, да, а получаю 5. Плюс 5. Миш. Туда же. Бери 5. Так, теперь смотрите. Мне нужно будет изучить, что он... Травоядный, да, и уж начать кого-то изучать, или млекопитающих, или кого, да? Наверное, в следующем ходу буду изучать что-то я тут. Давай, Миш, твой фиолетовый наверное, кубик я забираю, справлюсь. Беру гадюку, и мне 2 репутации. 1, 2. Ты подвинул 2 репутации, да. Да, мне животное надо взять. Прям животное закидывают, прям. Вот так вот. Возьму вот эту. Все, Ань, ходи. Хочется, конечно, поизучать кого-то. А давай поизучаем. Так, у нас еще по одному ходу в этом раунде. Да, 6 кубиков осталось по одному ходу, да. Наверное, я поизучаю. По 2 хода, да, по 2 хода. Тяжко пока мне. Так, возможно, мне нужно... Тяжко мне, у меня все разные по цвету. 10, 10, 20. Миш, давай я сделаю еще раз вот этот ход. Вот, да. Не, без денег монеты? Никуда, да, да. Вообще Миш, никак. Ходи. Ой, извини. Я пошел исследовать. Вот так. Ты забрал у меня трек. Смотрите, я делаю шаг раз, получаю жетон экспедиции, и когда вы должны продвинуться дальше, нужны, что ли, вы возвращаетесь. 2. И по этому треку вы можете в течение игры там хоть 10, хоть 20 раз пройти. Держи. Это красный. Итак, ты говоришь, что это красный кубик. Клади его. Шестерка. Ну, давай, да. Итак. На 2 репутации. 2 репутации он получает. Получает жетон печати, потому что дошел до конца по треку репутации. И значение кубика у него сейчас 7. То есть 6 плюс 1 – 7. 7? Ну, тогда держи сразу. Вот он так. Изучил признак у бобра вот этот вот. Третий за 7 очков, что он у нас водный. И за это Миш получает 3 победных очка. Дальше на. За еще 7. Еще 7. Он тоже водный. Изучил признак водный у черепахи. Еще 3 победных очка. Вот так держи. 10. Еще 10 монет он потратил. Холодный. Узнал, что бобер любит холодный климат. Это 6 очков ему. И вот так вот. Еще 6 очков. Еще 6 очков. Я знал, что бобер млекопитающее, и он кушает растения. Травоядный. За травоядных 1 очко. Одно очко, да. Но за млекопитающих 0. То есть, надеюсь, принцип понятен, да? То есть, мы вообще, чтобы не запутать ни себя, да, ни других, вы, конечно, наверное, заранее можете все это подготовить, например, положили кубик, а потом вот так всю гору вывалили и сказали, что значение кубика у меня, например, 38. Но вот чтобы мы не путать, мы его повышаем постепенно в процессе игры, как Миша. То есть потратил 7, потом доплатил. Итоговое значение кубика у него сейчас было, наверное, 7 плюс
17 и 6 20 30, да, порядка 30. Что ж, я хожу, мне нужно ехать изучать. Ань, давай свою шестерочку. Какую? Не-не-не, это рано ехать изучать. Рано ехать изучать. А, я возьму. Мишину тройку в банк. Миша 3 очка, а я в банке получаю 5 монет и за свою карту эксперта получаю 3 очка. Подвиньте меня на 3. Да, все, ходи. Дайте я подумаю. 3 кубика осталось, 2 твоих, 1 мой. Меня вечно не дают. Я говорю, что это... Желтый кубик. Плати. То есть ты положила желтую шестерку. Да. И забрала журавля. Африканскую красавку. Двигай на 3. Раз, 2, 3. На, тебе жетон королевской печати. Самая главная награда в этой игре. Слушай. Да. Такой вопрос. Она может поставить, заработать такой жетон и сказать, что он желтый потом уже? Нет. Ты чего? Она не может поставить синий кубик, да. Беру. Да. Ставьте им 3 очка вот, себе. Вот сюда. 3. А тебе 3 этих жетона исследования. Держи. Ну что ж, я своим последним. Никто мне не подарил 3 очка. Иду вот сюда. Мы старались не дарить тебе 3 очка. И так у тебя полно уже. А, говорю, что он... Нет. Это я сделаю в следующий раз. Я иду вот сюда. И беру 2 жетона репутации. Все. Все кубики кончились. Давай, Ань, будешь делать дополнительный Нет. ход? Нет. Нет, Миш? Нет. Я буду делать дополнительный ход. Я трачу жетон королевской печати. Что я делаю? Беру любой кубик на поле. Я беру фиолетовый. Бросаю его. И совершаю ход. Я иду сюда. 3 очка репутации. 1, 2, 3. Мне за это дали еще вот 1. Да, бонус. Ну, а теперь я хочу изучить, во-первых, что... Мне нужно... Давайте. 2, 4, 6, 8. От этого это 10, правильно у меня сейчас? Я узнал, что бамбуковая куфия любит жаркий климат. Подвиньте меня на 6 очков. Так кто ты? Желтый? Да. 28. Еще я вот добавляю 4 монеты. Я узнал, что у меня панголин травоядная. Еще на 1 монету мне подвиньте. Подвинь, Миш, пожалуйста. И еще вот я плачу 4 монеты. Я узнал, что агама травоядная. Подвиньте меня на 1. И на этом, пожалуй, пока все, да. Все. Все завершили, да? Никаких кубиков убираем. Животных убираем. Карта экспертов. Убираем. Давай, и те выкладываем кубики тащи, новые. Те кубики тащи. Раз, два, три. Что тут у нас? По 3 монетки, Миша, раздай всем. 6, 3 монеты. Каждый игрок получает 3 монеты, да. Такой бонус у нас сейчас. Хороший бонус. Опа, опа. Все, давай, Ян, твой ход. Ну, я как обычно. Без денег никуда. На, ты идешь в банк, держи. Все, сейчас так. Уже надо будет приступать. Так, здесь 20, 26, 20. Вот этот эксперт работает в конце 29. Игры. Одной это не хватает. 5 минут. Антонио. Да-да, я иду вот сюда, получаю 3 репутации, 1, 2, 3, я пересек сразу 2 бонуса, я получаю 3 монеты и получаю карту эксперта, вот эту. Пока ее положу, не буду применять. Ну и, собственно, что я изучил? У меня 6, да?
Да. Что... Вот я доплачиваю еще 4. Раз, два, три, 4. Узнал, что у меня Агама любит жаркий климат. Подвиньте меня на 6 очков. 36, 2, 4, 6, 2, 4, 7, 13. Монетки прям не хватило, поспешил я. Ну ладно. А что, больше нечего? Да. Ну ладно, все. Все, на этом все. Я забираю Мишину и еду сюда же. Миш, тречка себе. И я два раза по треку репутации двигаюсь, да, получается? Да, да. И у меня там 6 очков. Да, у тебя 6 очков. А я хочу изучить Блестящего Ворона. Все его... Ой, прости, господи, 4 признака. Сколько мне для этого все нужно 4? Денег? Да. Это 10, 7, 4 и 2. Да, сколько это? 23. 23. У меня уже там есть 6. У тебя 6 есть. Значит, я должна... Так, вот это мои старые, да, монеты? Значит, я должна... 23 минус 6. Подожди, дай посчитать. 17. 17. Все, я все, что было, отдала на тебя. Вот ты 17 монет тратишь, чтобы повысить значение кубика до 23. Хорошо. Так, но... Я их изучаю, при этом за то, что я изучила первый признак, я тут же получила назад одну монету. Это у тебя эксперт так работает. Теперь я поставила 4 все туда. Ты изучила, получила 6, 3, 1. 10 очков победных. Да. Можешь подвинуть себя. 10 победных очков. Я на 12-22. Миш, ходим. Не буду рисковать. Возьму пятерку и сюда пришли. Получай 3. Раз, два, три, на. Давай изучать. Изучаем. Вот, на тебе. 4 монетки. Нет, 5 монет. И у меня 10. Я изучаю, что черепаха в холодном климате. Да, 6. Подвинь его на 6. Красный. На 25. Я тут просто сижу, своих изучаю. Да мне вот эти два признака еще надо изучить, да. Что-то я запутался. Еще 10. Я изучаю, что Олень тоже любит холодный климат. Хорошо, еще на 6 подвинь его. 31. Да, дальше сосредоточиться на своем. Я ж тебе по этому цифру называю, чтобы не отвлекать тебя. Да. А это что такое? Это ты вот за это заплатил, да, все, 2. Я вот. Вообще хочу понять, как... Ты узнал, что у тебя олень, да. Млекопитающий? Да. Все? На, 5. И жетон королевской печати можно потратить, чтобы поменять цвет кубика и добавить цвет к его значению. Также, кстати, в любой момент можно потратить жетон королевской печати на 5 монет, но не могу представить пока, вот так, чтобы 8. Это было... необходимо, да, сейчас? Потому 5 что все равно ты 5 потратил, 8, да, 8. И вот 4 и 4. Еще на 2, Ань, подвинь его. Он изучил, что у него черепаха и олень, а травоядные. 35. 35, а не 36. А. Все, да? Да. Ну, мне нужно ехать, конечно. Давайте я так и сделаю. Ну да, нам уже нужно ехать, иначе мы действительно тут что-то просидели. Я беру твою четверку. Две монетки. Две монеты. При этом я трачу одну свою монету, чтобы сделать пятерку. Иду сюда и беру 3. Вот этих беру 3. Все, я хочу публиковаться. Да. Я забираю Мишину тройку красную и иду публиковаться по третьему признаку. У него 6-я тройка. Ну да, да, красную. Не это тройка, а шестая тройка у него. Да. В общем, вы поняли. Я могу публиковаться по красному признаку, по третьему? Давайте. Когда вы публикуете животное, вы должны выбрать исходное животное, то есть на которое вы будете ориентироваться и по признакам которого вы будете публиковать. Я же в любой момент могу применить. Да, хоть сейчас. Ну, не хочу чуть-чуть. Далее.
Вы это сделали. Теперь вы должны, цвет кубика должен совпадать с цветом животного, то есть красный, значит, животное из Америки. Далее, значение кубика должно быть равно или больше признака, который вы хотите опубликовать. То есть, если Аня хочет публиковать третий признак, то значение кубика должно быть 5. Вот она, шестерку. Все соответствует. Кто исходное животное? Да любой. Ну, давай, например, на исходное животное. Теперь мы начинаем с самого большого признака и говорим, что, например, мы изучили, что у нас голубая... Кто она там? Сиалия. Сиалия – древесное животное. Переносим сюда и получаем указанное количество 5 очков. При этом вы можете взять любых древесных с ваших животных, не обязательно совпадающих по цвету, главное теперь совпадающих по признаку, и перенести сюда. То есть в данном случае Аня просто публикует результаты изучения древесных животных. Неважно, кто это, птицы, и неважно, с какого континента. 10 очков тебе. Потом вы делаете то же самое по второму признаку. Например, она говорит, что вот я изучила всеядных. Теперь она публикует любых всеядных животных. Ну, это пока они. Еще 6 очков. Так, это 38. И далее она публикует птиц, да? Любых птиц. Это еще 4 очка. Давай, раз-два. Сброс, никто не уходит. Далее вы можете опубликовать нулевой признак. Вот этот вот. Но уже совпадающий по цвету, да, то есть вот у нее две красные карты, она их переворачивает, оставляет у себя и за каждую карту получает по одному очку. Вот здесь подсказка есть, да, сколько какой признак приносит очков. Признак нулевой, вот этот вот континент, он приносит одно победное очко. В конце жетон королевской печати. Спасибо. Ходи, Миша. Откуда ты забрал? 3 очка мне. Да. Я получаю 3 звездочки. Да, 1, 2, 3. На тебе 3 монеты. Да. Ой, почему зеленый-то? Он фиолетовый. Фиолетовый, тогда не 3. Возвращай назад. Давай зеленый звездочек, ладно. Хорошо. Мне тоже на 12. У меня 6. 6. И вот еще 6. Еще 12. Ты узнал, что вот так. Твой морской леопард, млекопитающее 2 очка, потратил, в смысле, и то, что он любит холодный климат. 10 очков, 12 очков. За холодный климат ты получаешь 6 очков. Все у тебя? Нет, я променял вот эту карточку. Так, получит 3 репутации, 1, 2, 3, и можешь взять животное. Да. Почему там 3 действительно, что ли? Да. А, я увидела. Будет. А тебе еще брать-то? Вот так это будет. Я тоже применяю. Возьму вот эту. Я применяю 1, 2, 3, пока у меня не угнали, вот его заберу. Летучая мышка? Да. Сейчас был твой ход. Нет, сейчас не мой ход, я просто применил. Ну, в смысле, я же еще ничего не делал. Ну, я говорю, ты во время своего хода просто применил. Сейчас я хожу, теперь да. Уже теперь я должен взять кубик, сходить, исследовать и так далее, и так далее. Поэтому я беру кубик. Вообще как-то ни о чем. Что-то я этот раунд прошляпил. Ладно, схожу, возьму 5 монет. Просто 5 монет получу. Когда получаю 5 монет, получаю 3 очка победных. 1, 2, 3. И я схожу, получу 5 монет. И я... давай. Мне 5 монет, пожалуйста, дайте. А, 5 монет. Я тоже сходила, 3 очка. Маме 3 очка подвиньте. А мне 5 монет. Ты маму подвинул? Да. Ну, тебе ну давай последний. Ой. На, тебе бонус сразу за по треку двигай. 1, 2 тебе за трек. Все, можно забирать. Или ты будешь делать дополнительный ход, кстати. Я не могу сделать дополнительный ход, мне нечем. Но вы, может, будете делать дополнительный Нет. ход. Сейчас я посчитаю, а может, и сделаю дополнительный ход. Чтобы мне изучить четвертый признак и пятый, мне нужно 14 очков, правильно? Четвертый и пятый. Ой, 17 очков. Третий и четвертый. Я пойду вот сюда и возьму вот эту карту эксперта. 17 очков. Если... Давай, ты делаешь дополнительный ход? Сейчас, подожди. 17 очков. Это я вот так.
Их 10 я, конечно, не выкину. И 6 я не выкину. Ну, то есть смысла 0. А это мне посчитает? Эту я отдам вторую, вообще. Да. А эту... Не, не буду. Нечего? Маловасто. Тебе нечего, мне нечего. Прям маловасто. Не хватает. Вот прям чуть-чуть не хватает. Карты выбираем. Ой. Сейчас перевернем. Давай. Тряси. Переворачиваем. Итак, здесь свиток. Каждый берет одну карту эксперта. Сейчас, каждый давай анти первое. Нам еще раз положи их. Есть вообще приличные краски? Ничего нету. Вообще. Это когда срабатывает только когда я в желтом буду? Любой желтый кубик плюс один. Любой желтый кубик плюс один. Давай я возьму вот это. Видишь? Раз, два, три, четыре. А это куда пойдешь? Вот сюда? Да. Ну, давай. А тебе зачем фиолетовый? Просто чтоб мне не дать, да? Ну, да. Я хотела. Понятно. Он хотел мой, ему просто, не дали. Просто чтоб мне не дать, я понял. Все понятно. Ну, здесь этого зеленого не упало, а что виноват? Надо было карты мешать лучше. Так, ну давайте я... Давай. У меня что-то одни шестерки выпали, ребят. А это что? А это нет. Ну, значит, нет. Значит, нет. Я прямо сейчас могу уже начать ходить. Нет, ты не можешь начать потому ходить, что, потому вот что я еще не выбрал карту эксперта, я не знаю, что мне надо. А вы мне все... Это я успею всегда сделать, этот ход. Сделали плохо мне. Ну, тут в этом и суть. Давай, может, желтые кубики что-то сделают в этой жизни мне. А синие тебе не надо вот плюс два к синему кубику? Два. У тебя вообще ни одного синего. Это у Миши было, да? Это Мише надо синие. У него синих карт полно. Но он проигнорировал полностью синие и взял мой фиолетовый. Вот. А так у него фиолетовый есть, чего ты переживаешь? Мои синие уйдут в никуда после публикации. Нет, я не к тому, что тебе нужна синяя карта цвета, а к тому, что тебе нужны плюс два. Нет, я не буду публицировать синие больше. Ну только возьми. Возьми я ее. Я вот за этой пойду. Пойдешь, что ты переживаешь? Я иду первая? Да. А ты у себя кубики-то первая. Не расставил? Нет. А, сейчас я кубики забыл. Дай-ка мы посмотрим, может, у тебя что хорошее там. Может, мы с твоих козырей пойдем. Кубики. Шестерку вдруг раз. Ну, понятно. Не особо. Давай, Миш, твой желтый. Один. Вот сюда. И пять очков мне, пожалуйста. Ой, пять монеточек. Ты не отдаешь нам, да, первого игрока? Зачем? Не что. Нет, я всегда делаю этот ход. Специально. Не отдаешь первого игрока. Я беру вот эту. Ну, потому что я так почувствую. Я один разочек уступлюсь. И вы тут же заберете эту карту. Ой, да, кинули. Ну, а что, как бы и деньги нужны, это ж хорошо. Ладно, ладно. Я не знаю, как вообще, вот мне очень сложно без денег. Мне вот надо столько изучить, а я ничего не могу сделать. Все, пора изучать, ехать и так далее. Я забираю свою пятерку. 14 надо. Пятерка иду сюда. По треку репутации я прохожу три раз, два, беру жетон королевской печати. Третий ход возвращаюсь, три. Теперь у меня пять, да? Пять, вот я доплачиваю монету, шесть. Я изучил, что у меня дюгонь млекопитающий, это два очка. Я изучил, что у меня панголин млекопитающий, это еще два очка. А зачем я доплатил пять-то? Господи. Так. Мне этих пяти, вернее, до шести, мне пять хватило. Я мне два раза первый признак изучил. Два. Четыре. Два. Четыре очка я потратил. И на этом все. Все. Ходи, Ан. Я еду. На куда? Три. Двигай, по красную. Три. Раз, два, три. Я бери получаю три монеты эксперта, и карту эксперта. Раз, два, три. Да. И прямо сейчас я получаю еще пять монет. Ты используешь карту эксперта, единовременно. Получаешь денежные пособия из федерального бюджета. Да, на изучение королинки. Да. Так, я должна изучить у нее третий признак и четвертый. На это я должна... 17 очков. 17 у тебя очков. 3. У меня три. Вот. Я, в общем, все там и изучила, как говорится. Все, что было, оставила. Все, что нажито.
Непосильным трудом. А, это 17, а 3 лишние у тебя. Верните. Сколько я должна доплатить? Одну монету еще. Две. Вот. 17. 14 монет и 3 кубика. 17 общее значение. Да, я и изучила. Ты получила у нас 3 победных очка. И 6. И 6. 9 очков. На 56, да. Я? Да, ходи, Миша. Вот эту шестерочку. Да, раз, 3. Два, три. Да. 3 вот этих. Теперь я наконец иду публиковать. Я беру Мишин пятый кубик. 3 победных очка ему. Раз, два, три. Добавляю 1, то есть чтобы значение было 6. А что у меня? Не взял. Я планирую публиковаться, да, по четвертому признаку. Это надо 6 плюс. Вот 6. Итак, я говорю, что у меня исходное животное дюгонь. Начинаем публиковаться. Я говорю, что он любит жаркий климат. И теперь вместе с дюгонем я могу опубликовать все жаркие климаты, мною изученные. При этом не важно, что они будут фиолетовые, да, любые, если бы я изучил. Но у меня больше нет. Я имею в виду, кроме фиолетовых. Вот. 4 животных. 1, 2, 3, 4. Вообще, тех животных, которые вы задействуете, лучше отделять друг от друга, чтобы, ну, не запутаться. Я вот этих животных уберу, вот, я их публикую. 4×8? 32. 32. 42 плюс 32? 74, да? Угу. Дальше. Я говорю, что дюгонь у меня травоядный. Вместе с этим я публикую травоядную агаму и панголина. То есть вот я еще 9 очков. То есть у меня 83. И дальше я публикую млекопитающие. Это у меня дюгонь и панголин. Еще 4 очка. А теперь все карты, которые я задействовал, неважно, опять же, совпадают они по цвету или нет, если они просто не совпадают, а я с них брал признак, они уйдут в сброс. Если они совпадают по цвету, они все публикуются по части цвета. То есть сейчас моя первая моя статья называлась «Животные жарких климатов». А вторая моя, да, статья называлась «Травоядные животные». Третья моя статья называлась «Млекопитающие животные». Четвертая моя статья, которую я публикую, называется «Животные Азии». Да? Раз, два, три, четыре, пять. 5 очков. Раз, два, три, четыре, пять. Их я убираю до лучших времен. До конца игры, то есть. И главное мне не забыть, куда убрал. За публикации мои, да, пожаловали королевскую печать. Я тоже хочу королевскую печать, поэтому я пойду публиковаться на... А у тебя и так две. 6. 6. Я говорю, что это красная 6. Ты говоришь, что это красная 6. Итак, смотрите, еще раз. Жетон экспедиции может поменять цвет кубика во время любого действия и может прибавить... Или может прибавить 2 очка, но только во время экспедиции. Давай, ты говоришь... Моя главная – это королинка, она красная. Королинка. Ты говоришь, главное животное – королинка. Поэтому ты положила красную шестерку, да. Шестерку, потому что тебе нужно публиковать четвертый признак. Да. Итак, ты говоришь, она любит холодный климат. Да, и это. И говоришь, холодный. А еще я знаю, что есть ворон, который любит холодный климат. Итого тебе 16 очков за это. У меня где-то там у вас. Да, это у нас будет... 69 и еще 75. Потом я говорю, что они в кустах живут. Или как-то, да, там наземное. Давай, это еще 10 очков. 85. Потом они кушают все. Всеядные. Это еще 6. И бесплатно. Не, подожди, что они птицы? Мы узнали, что они птицы. Это еще 4. А, да, это же здесь бесплатно. Раз, два, три, четыре. И теперь... Красное. Теперь... Главное, это уходит, да, в сброс. Поскольку... Утка была исходным животным, то есть она хочет, Аня, опубликовать животные в Америке, но это же не животное Америки, оно в публикацию не попадает, поэтому это уходит в сброс, за это она получает 1 очко и оставляет у себя. И, да, им ей пожаловали королевскую печать. Спасибо. Ходи, Миша. Вот так. Забираешь мамин кубик, Ань, подвигайся по треку репутации, по треку. На сколько? На 2, раз, 2. И возьми животное, но в конце хода Миша. А, хорошо. Потому что он может в это время сейчас тоже взять животное. Он же берет животное, вдруг ты его заберешь. Зеленые. Да. Шестерка, у тебя 3 трека репутации. Можно я возьму, пока я не забыла? Раз,
Два, три, на. Он же уже не заберет животное. Не факт. Ну, пока вот все, забирай. Я хожу. Мне нужно исследовать животных теперь Океании. Но это немножечко очень сложно. Немножечко, да. Немножечко очень сложно. Нету. Денежек у нас да нету. Да не денежек у нас нету этого. Зеленого кубика в игре вообще не пришел. А у меня денежек нету. Меняй цвет. Я возьму Мишину четверку. Иду вот сюда. Получаю два жетона экспедиции. Хотя я доплачиваю монету и говорю, что это пятерка. Получаю три жетона экспедиции. А когда я иду туда, я получаю три победных очка. Раз, два, три. Это у меня вот эксперт Пиар Джари. Давай, Аня, твой ход. Последний ход в этом раунде. Миша, два монеты. Тебе денежку. Пять монет. Без денег. Миша, твой ход последний. Смотри, я тут думаю, что мне нужны пять монет. Ну ладно. Не оставили мне выбора, да? Сейчас я подумаю, млекопитающие еще два у меня есть, травоядные два есть, жаркий климат один есть, только мне нужен. Он не попадает, к сожалению. К сожалению, не попадает. Да, я иду тогда в Африку плыву, говорю, что это зеленый кубик, в океане плыву. А три трек репутации, раз, два, три, и получаю за это вот бонус по треку репутации. Теперь у меня 4. Вот, я доплачиваю еще 3 жетона и узнаю, что это у меня, ну, 10 в сумме равно, да? Жаркий климат, 6 очков мне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Узнал, что он жаркий климат. И один в конце. И пока я здесь, да? Сейчас я посчитаю. 4. Я хочу узнать, что у меня они травоядные и что они млекопитающие. Это мне нужно 12 очков. Раз, два. Давайте, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, все. Я узнал, что у меня моя летучая лисица млекопитающая и бетонка млекопитающая. А также я узнал, бетонка? Да, бетонга, что он бетонг у меня травоядный. Значит, и бетонг. Лисица травоядная. Это какой-то француз, бетонга. Все. Я хочу дополнительный ход. Итак, ты делаешь дополнительный ход. Вот давай. Это вот что, простите? Это я цвет менял. Давай. Мне нужно делать ход, я хочу на желтом. Бери желтый кубик, кидай. Один. О, да, супер. Ты хотела сюда поехать. Да, я и поеду сюда в любом случае. Один, три, раз, два, три. Нам. Тебе, говорит, очень большая репутация пожаловала тебе. Я узнаю жетон. Первый признак и второй. У двух. Я должна 6, значит, я должна 12, верно? Да. Ну, вот все, что было, практически отдаю. За первый, за второй признак 2 очка тебе. Дай мне еще один-то. Не могу, вот же он. А, вот он один. Да. 2 очка тебе. Раз, два, и за первый признак тебе пожаловали. 2 монеты. 2 монеты, на. Все. Это тебе. А что ты, у тебя вот там вот эксперт дает 2 очка? А, да, 2 очка он дает. Да, 2 монетки верните. Надо, не 2 очка, а дай мне вот эту карту. 2 плюс. Вот этот эксперт дает во время экспедиции 2 к значению кубика. Не то надо есть здесь 3. Mm-hmm. Миш, ты делаешь дополнительный ход? Нет. А я сделаю. У меня Гиргиз Аль Гумарей был. Я сделаю дополнительный ход. Вот я трачу королевскую печать. Но это опасно, конечно, с моей стороны. Вот и не делай. Тогда верни себе королевскую печать. У нас же еще 2 раунда. Да. Ну да. Не, не буду делать. Давайте мешочек. Зеленого кубика нет. Мне нужен зеленый кубик. Всем нужен зеленый кубик. Мешочек.
Да. Открываем. Ничего. Да. Супер. А без денежек никак. Ну, есть. Этот раунд без бонусов. А прикиньте, следующий раунд будет без бонусов. Такая же. Но зеленый. Идеально. Раз, два, три, четыре. Она моя. Да. Все, я набрала. Ни одного зеленого. Да. Ни один зеленый. Гляньте, ну что, если честно. Три. Там троечка. Четыре, пять, шесть. Синий кому-то нужен вообще? Зеленый. Семь. Шестерочка. Мне нужна зеленая шестерочка. Так, я понял. Вот они, два зеленых. Если тебе нужна шестерочка, да, конечно, мы пойдем вот сюда. Ну зачем тебе подарок репутации? Ты очки не хочешь? Три очка я заработаю, а вот трек репутации, зеленый же тоже всем надо. Да. Мне меня нет. На очки репутации. Мне на... вообще. У меня, смотри, выгоднее предложение. Мне вообще не тебе нужно. У тебя останется надолго там стоять. Вот так, все, давай, Аня. Пять монет. Замечательно. Без денег невозможно здесь изучать. Тебе тогда вот эту карту надо было брать. Ты каждый ход бы три победных очка брал. Ты берешь шестерочку, да. Вот я делаю раз, так два. Ты, наверное, ее взял раньше, чем я. Или она каким-то чудесным образом тебе здесь досталась. Раз, два, три. Или я ее пропустила. Давай, Миш, ты первый берешь. Я получаю. Я не беру карту эксперта за свой трек репутации. Жду окончания хода Миши, потому что он тоже сейчас берет. Да, вот. И он накрыл одну карту другой картой, и теперь та карта, которая снизу, она прекращает свое действие. Работают только те карты, которые сверху. Давай. У меня 6. 6. А мне надо 7. У меня 7. 7. Дальше мне надо 10. 10. Подожди, я не успеваю. Ты изучил 7, 3 признак 4. Да. Это 9 очков тебе надо получить. На, 53. Дальше держи. Еще 7. Это на кого ты изучаешь? Погоди. Да, вот еще 7. Это кого ты изучил? Вот. Ну вот, кто, да. Что за животное? Черепаха водная. Ты узнал, что черепаха водная. Так, это еще 3 очка тебе. И вот еще 7. Пингвин. Это ты кого водный. Изучил? Пингвин. Что пингвин водный. Да. Еще 3 очка тебе. Да. Все. Все. Собственно, я теперь, ну, как я пойду публиковаться, да? А мне нужна желтая шестерочка. А есть такие. Угу. Это мне не подходит. Это мне. Вот это мне подходит, да? И вот это мне не подходит. Ему подходит, да? Давайте мне я. Я прям слышу, как скрипят наши мозги. Я пойду вот сюда. Возьму на изучение Эму. Одно очко репутации. За трек репутации 3 монеты. Опа, я беру. У тебя 5. А, подожди. Я же в твой, не у тебя. Миш, в твой ход. В твой ход так и не взял карту эксперта, потому что ждал, когда ты ее возьмешь. Возьми у меня. Я возьму карту эксперта, давай. Вот это мне даст победные очки за положение на треке репутации. Да? В смысле? Одно очко за каждую пройденной звездой расстояние. Офигеть! Да ладно, офигеть, если оно здесь будет стоять, это будет одно. Это к концу игры. Ну, к концу игры. Да. Я думал, сейчас будешь каждую двигать и каждую. Нет, ты че? Подвинулся ему очко такое. Или вот это взять, плюс один к фиолетовым кубикам. Нет, вот это возьму и накрою. Я, собственно, забираю вот желтый вот кубик у тебя и еду по нему изучать. Да, сейчас мне 3 очка, если начислю. А я поехала 3. Изучать. Серая цапля хочет, чтобы 3, ее изучили. 3, получи 3. Не опускай. Ты же вот сюда приехала. 3. Раз, два, три. И вот такую штуку. Да. У меня теперь здесь плюс 2. Я же могу, смотри, если зеленое вот животное. Вот цапу изучать, вот ее. Но она подходит по признаку, она публиковалась. Можно же будет? Плюс 2 за счет животное этого. Животное не может подходить ни по какому признаку, потому что ты не знаешь у нее ни одного признака. Максимум оно может походить
по цвету, по стране. Ну, мне нужен просто зелененький. Смотрите, вы можете публиковать неизученных животных, но чисто по нулевому признаку. По стране пошел, опубликовал, что журавль Африка. И все, получил одно очко, и жетон печати, и довольный. У меня 7. У тебя 7, да. То есть я могу неподходящих? Кого неподходящих? Я могу вот этих двоих взять, опубликовать его, и но они и же будут подходящие. Почему не подходящих? Ну, они по же подходят. По... Признаков ты у них не знаешь. По цветам. Итак, подходят. Я изучаю его первый признак, что это птичка. Подвинь к полю его. Ну, вот так. Чтобы мне не путаться, потому что они у меня вот, в паре стоят. Поле дальше. И за это я получаю монетку. Это у тебя твой эксперт так работает. Угу. Теперь я изучаю... Это 5 очков у тебя осталось еще. У тебя 7, 2 ты потратила, вот. Да, 2. Осталось 5. Я изучаю 4-й признак. 7 надо. Значит, 2. Как 7? 10 надо. 4-й? Да. Еще 5 надо. Еще 5. Давай, вот. Изучила. 5 монет, да. Все. Дальше. Я хочу... Подвиньте меня на 6, пожалуйста. На 6 есть такое, да. Вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше я хочу изучить 3-й признак. 7. 7. А я могу вот прям сейчас поменять на 5 ну, очков? Ну, ты 5. 5 очков вот. Да. 5. 7. 7. На 3. Ну, это сама себя теперь двигай. Раз, меня верни назад. Да. На 6, да. Себя подвинь на 7. 3, 10. Так. И еще 2-й признак. 4. Все, что было. И на 1 очко подвинь себя. На 1 очко. Я хожу. Да, ходи. Ну, ты закончила? Да. Все, ходи, Миш. Сюда. Беру вот это. Да, и... 2. Раз, 2. И берешь вот это все. Я дельфина себе положу, но еще важен. Да? По второму признаку по что, публиковаться? По второму признаку, ну у тебя же вон она справа тебя. А что я действительно смотрю-то? По второму признаку по у меня по второму признаку это? Надо 4+. 4+. Обходи. Я беру твою 6-ку красную. Не. Я беру твою... Возьми пятерку. Возьму, беру твою 3-ку синюю. Добавляю монетку. Иду вот сюда. Это получается 4, да? А, зачем? Там 3-4 одинаковое количество дают. Беру 2. И поскольку я ушел в посольство, да, я получаю 3 победных очка. Все. Ходи. А что это вы быстро так сходили-то? Миша взял животное, я взял в экспедиции, готовлюсь к экспедиции, все. 5 денег. Чего твоим денег? Одним кубиком синим. Вот этим, да? Угу. На. Миш, ходи. Я беру 6-ку, иду сюда. Ань, 3 очка себе. Раз, два, три. Нет, на 1. Раз, два, три, да. Я беру... Ань, да. Тогда... Что? Сейчас. Мне нужно 10 очков. Если у меня будет 5-ка твоя... Тебе надо будет 5 очков. Мне надо будет 5 очков. В принципе, у меня это есть. Возьми мою. Давай свою красную со себя двигай по треку репутации. Что-то надо получить там. Меняю цвет. Говорю, что это зеленый. Получай, да. Мне ничего не надо. Что делать? Ну, думай. Здесь что будет? Я двигаюсь. Куда пойдешь? Куда? Сюда же. Я куда вот сюда здесь приду, стою. Да, это 2. Раз, 2. Беру карту животного. Давай еще возьму. Возьму, конечно, хоть 20. Теперь значение кубика у меня 6. 5 отсюда, 1 отсюда, 6. И вот я трачу 2 не монеты хватит. И один жетон экспедиции. То есть значение хватит. Кубика у меня теперь 10. Все равно пойду красный. Я изучил, кстати. Что Эмма у меня любит жаркий климат. 6 очков у меня подвиньте на что там, на 15 получается. На 15. Ты же сказал 6 очков. Ну, это 15. А, господи, это же 99. И... это 109 было, господи. Все, ход у меня закончен. Мама перестала понимать вообще. Ход закончен.
Бери мою пятерочку. Я беру его пятерочку и говорю, что она желтая. И куда идешь исследовать? Нет, я публиковаться иду. Итак, ты говоришь, что это желтая пятерка. Да, и публикуюсь второму признаку. А кого публикуешь? Ну, это у тебя исходные животные. Да, любое, да. Ты говоришь, что они всеядные. Угу. Это 6 очков себе подвинь. Посчитайте мне быстро. На 17. И ты говоришь, что они птицы. Это еще 4 очка. Не хочу позориться. Не хочу позориться считать. А также ты говоришь, что это животные Африки. Еще 2 очка. Это сможешь? Да, раз, ну, два. Да, и за это тебе выделили королевскую печать за твои статьи. Аж уронила от счастья. Давай, Миш. Вот, смотри. На что? Да свою бери, двойку. Вот, да. Вот, идем сюда. 2 монетки, пожалуйста, мне. 1, 2. А то забудете. Мне печать. 2 монеты за то, что вы кубик взяли? Да. На, у тебя 3 значения кубика. 7. Я изучаю 1. Ты изучаешь 2. У какой-то африканской коровы то, что он млекопитающий, и то, что оно травоядное. Да. 7. То есть 4 и 2. А зачем ты 7 тогда потратил? Ну, я не могу меньше. А, ты не можешь меньше. Все. Сдачи мы не выдаем. Так, мой последний ход. Ну, серьезно? Давай, мой кубик. Почему мы не выдаем сдачу? Знаете, 2 монеты. Это ну, собственно, власти. Что я могу сделать? Я могу пойти в банк. В банке я получаю 5 монет, а также у меня есть эксперт Риби Бук, который мне дает 3 победных очка за посещение банка. 1, 2, 3. Ань, будешь делать дополнительный ход? Да, конечно. Давай, плати печать, делай ход. Беру желтый кубик. Да. И говорю, что это желтый кубик, бесплатно. Давай. Да ну что такое, а? Ты хочешь опубликовать журавля своего? Да. Давай. Сколько я должна заплатить? 6+ должно быть. 5 монет. Вот ты говоришь, что это 6. Мы тебе как бы верим. У нас золото может любого убедить, да, что это 6. А что тогда она не нам платит? Она не к нам пришла. Мы-то не верим. Я все публикую. Она не к нам пришла. Я все публикую. Ну, давай. Давай. 8. Это я. Да что такое? Миш, двигай меня. 31. А смотрите, в конце игры сеты будут приносить победные очки. Сет – это минимум 4. То есть вот сюда тебе бы еще одного... Да я понимаю. Да. 5. Вот я хочу его. Сюда тебе бы одного 5. Туда не надо. Туда сюда 3. Туда то, что это птица. 2. 2. И то, что это Африка 1. Держи. И тебе жалуют королевскую печать за твои труды. Миш, ты делаешь до вход? А ты будешь буду, делать конечно. Вот. Слушай. Я буду печать на печать менять. Не делаешь, да? Я делаю доп ход. Печать на печать, конечно. Трачу печать за доп ход. Беру зеленый кубик. Выкидываю 5, иду публиковать. Но мне надо 6. Почему? Я доплачиваю 1 монету. Никак не получается. Убеждаю, что это 6. И публикую следующую. А ты давно зеленых берешь, а? Ящерица. Говорю, что у меня... Любит жаркий климат, и то есть я публикую исследование животных жаркого климата. Получаю за это 16 очков, а двигай желтую на... давай, 8. Сначала на 8 подвинь, на 28. Не надо, прокачу. А потом на 34. В смысле, мы стали на 18, если плюс 8. Ну, 34, 16 очков. Пятерочка. А также я публикую животных Океании, еще 2 очка мне. И мне жалуют за это королевскую печать. Все. Миша отказался делать доход. Держите кубики. Убираем животных. Это последний раунд. Последний раунд начинается, да. Мне надо дважды все идентифицировать. Дважды. Давайте 17 очков. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Открывайте жетон, что у нас работает в этом раунде. Доп-кубик. Дополнительный кубик. Отлично, на один ход больше. Смотрите, да, каждый игрок берет теперь 5 кубиков. Нужны ли кому-то фиолетовые? Нет. Очень. Нужны зеленые. Походу, никому не нужны, если да? Если миром крали зеленые. Зеленые 6. Разложите карты экспертов, я их что-то там уронил. Ты их просто побросал вообще. Ой. Ой, смотрите, какая классная штука. Очень. Она мне прям нужна.
Смотрите, каждый игрок бросает по 5 кубиков. А что вот это кому оставили? Ой. Ну я не буду сдавать свое добро. Сдавайте все добро. Да нет! Даем добро и берем заново. Давай. Нечестно. Какие хорошие у нас там были. Сейчас так не получится. Если я выкину единички... А что? Это мы для какого-то четвертого невидимого игрока там поменяли? Кого, вот это? Да. Да. Вот тебе, например, вот это пригодится. Да вот это мне пригодится прям. Зачем? У тебя нет синих карт. А в смысле, мне денежку прям сейчас получить? А птицы получить у тебя есть. Эй, у меня выбросило 6. Давайте, все меняем. Все меняем. Я сказала, денежки. В смысле, все меняем? Да нет, все. Отдай маме кубики. Я 6 кубиков взяла вместо 5. Все. Давай, вот сюда выкладывай кубики. Давайте я буду по частям выкладывать, а то это. 2, 3, 4. Да что такое? Ты что, все зеленые забрала? Нет, сейчас я буду мешать их и... Вот. Каждый игрок берет 5 кубиков и выкладывает в одно деление 2 кубика. Ох. То есть это даже хорошо. У нас изначально док-ход есть, правильно, в этом раунде? Но никому не нужен желтый, правильно я понимаю? Тебе? Нет, мне он не нужен. Зачем? О, шестерочки. Так, кому нужен фиолетовый? Никому не нужен ни фиолетовый, ни синий. Никому. Фиолетовый, Миша, нужен, положим сюда. Не нужен ни фиолетовый. Нужен. Не нужен. Нужен. Так, я правильно поняла, чтобы взять вот это, мне нужно взять синий, да? Миш, кого? Чтобы взять вот это, мне синий нет, нужен. Нет, любой. Любой кубик любой можно? Правильно же, я могу же здесь любым кубиком забрать. Да. Ну тогда что, я мучаюсь? Давай, возьми мой. Ходи. Вот это. Да, конечно. Ну ты 5 монет, это понимаешь, что это абсурд? Ты 5 монет можешь получить вот здесь. Зачем идти сюда ради 5 монет? Только ради синей карты. Тебе не нужны да, синие точно карты. Да, точно. Вот я что поняла, что я ошиблась. Ну подожди. Ты зачем? Да что ж такое-то? Что, нельзя сходить уже? Тебе нужно вот эти признаки. Я знаю. Вот они у меня. Вот. И он один остался. Я буду его изучать. Изучай. Ну возьми свои 5 монет. Не останавливайте, пожалуйста. Я не смогу их изучить без денег. Не смогу. Положи кубик в... Да. Не смогу без денег их изучить, понимаешь? Я беру. Но с другой стороны... Верни назад кубики, верни 5 монет. Дай-ка мне карту эксперта, посмотри свою. Если ты возьмешь ее, да, так я поэтому и хотела так сделать. 7 монет. Конечно, поэтому так и хотела сделать. Ты меня уже все это отвлекаешь. Хотя она получит синюю, она получит 9. Давай. Кого? А если ты используешь красный синий кубик, ты получишь 9 монет. А у меня нету. Бери мой. А где вы взяли, что я получу? Потому что цвет подходит. Ты не 9 монет получишь, ты получишь вот этот вот жетон экспедиции. Да, но я тогда подарю вам 3 очка, не пойдет. Нет. Да, эти 3 очка нет, получите любой картой. Вот тут вот она размещает кубик на, в посольстве. Получает не надо за меня... это 2 монеты. Я на это рассчитывала, а вы меня... Применяешь карту взятую? Конечно. Переворачивай, получаешь для использования 5 монет. Все, ходи, Миша. Без денег я никак не смогу это сделать. Никак. У каждого у нас по 5 ходов, правильно? По 5 ходов в этом раунде. Мне надо 2. Сейчас я еще один совершу. Ты могла, кстати, взять нет, любой чужой успею. Вот этот кубик. Ну ладно. Тебе это как бы. Мне все равно. Да. Давай вот так. Что этот вы возьмете, что этот? Это зеленый, это зеленый. Это зеленый. Если бы у вас там лежал синий, да, три. Это может раз, быть имело бы смысл. Обратно, давай. Ну, синий лежал у меня, так, у меня 6. Первым разом. Ну так, мы смотри. Потом все переиграли. Ты 10. Вот сюда. 17. 17. Верю. Что ты изучил? Какой признак? 17. Что да. Дельфин да. Любит холодный климат. Это 6 да. очков тебе на 66. Все, что ли? Ну, все? Ну, не уверен. Может... Ладно, все. Давай. Чуть-чуть я испугался, что не успеваю. А давай, давай попробуем. И рискнем, пойдем последним ходом прям да, потом пойдет. По максимуму, возьму, да? Я возьму у тебя троечку, что? Миш, на тебе 2 очка, 2 монеты. Давай. Иду сюда, получаю 2 трек репутации, 1, 2. И хочу изучить крокодила. Ну, в смысле, в будущем изучить. Не факт, что давай. Я его изучу, да, ну планирую изучить крокодила. Молодец. 4. Хорошо. Ань, твой ход? Я иду вот этим.
и говорю вот этой, что это красный, и плюс 5. Это красный 11, да. Дальше что? Ну вот сюда иду. Ты говоришь, что это красный 11. Да. Тогда же уже вот эта штука не срабатывает, правильно? Плюс 2. Нет, это она дает плюс 2 в желтых экспедициях, да. А ну ты все. Пришла в, да, все. В Азию. Поэтому плюс 11. 11 у тебя. Да, я буду изучать. Хорошо, 11. Для того, чтобы изучить, мне нужно 17. У меня есть 11, я должна заплатить 6. Все верно? Если ты не хочешь учить, что она птица. Ну, давай я изучу, что она птица еще тоже. Почему бы и нет? Еще 2. Все. Да, но за то, что я изучила, что она птица, 1 мне возвращается. Да. Кэшбэк. Кэшбэк, уже, да. В те времена был кэшбэк. Размещай. Сколько ты изучила признаков? 3. Тебе 10 очков. 3 признака я изучила. Все 3 изучила, значит, как 3 признака? 3. Ты не изучала, что оно плотоядное? Да. Оно... Всеядное? Да. Почему? Потому что у меня нету, как бы, я должна потратить мое это только. Не будешь стараться изучить? Ну, просто за всеядность тебе дают... Одно. Одно очко, значит, тебе 9. 51. Ну, как бы, смотри, если я вот так отдам корону, она же 5, типа. Я вот сейчас могу ее прямо сейчас поменять на 5 монет. Чтобы, да, вот здесь отдать 4. Да, но ты хочешь это сделать? Она принесет тебе 4 победных очка. Она мне принесет очка, 4 победных очка. И еще дополнительный ход, если мне понадобится. Поэтому, ну, я не вижу в этом смысла. Все хорошо. У нас еще по 4. Во всяком ходить, случае, правильно? Пока. А, один ход исследую, один беру монетки, 2. Отлично. Давай. Тут это 6. Так, я на 2. 1. Да. Получаю печать. 2. Иди сюда. Ты веди себя. 1, 2, 3. 3 монетки. 3 монетки и карту эксперта. Так, у меня 1, 2, всего 2 красных будет. Что-нибудь прям вот это давай. Так, у меня 6. Так, вот 11. Тебе, кстати, по дереву вот это может спасти. 11. 12. Каким образом? 13. 2 сюда добавляют в конце. 16. Там вообще все карты для тебя. 18, по цвету 20, ни одна не совпадает. По цвету совпадает. Как не совпадает, красная. А, ну тем более, ну, я 20. Бы ее взял бы. На. Я вообще-то публиковаться собрала. Вот так вот. У меня 10. На одну назад. Так вот. 10. Ну, 6, да. Кубик, 10, 4, это 10. Ну, что я ты изучил? Я сейчас опубликуюсь, а потом уже буду остальным что заниматься. Что стерх любит холодный климат. 6 очков, 72. Все. Все. Или... Мне страшно, что вход кончится. Давай свои... Пятерочку свою, пятерочку. Где я там? Подвиньте меня на 3. Синюю на 3 подвиньте. Подожди, подожди. Я... В смысле, ты передумаешь сейчас уже? 10... Нет, мне хватит. Я иду сюда. Подвиньте меня, пожалуйста, раз, на 3. Раз, два, 3 очка. У меня 2 трек репутации. 1, 2 я получаю жетон экспедиции. Теперь я хочу изучить, что крокодил, который живет у нас в Азии, вообще-то любит жаркий климат, а писец, который тоже живет в Азии, по факту млекопитающий. То есть мне нужно 12 очков. 6 у меня есть. 5 кубика, 1 отсюда. 6. Добавляю еще 2. 7, 8. Сейчас я разменяю 5 монет. 1, 2, 3, 4. 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все, вот так вот. И таким образом я изучил 2 признака: млекопитающий писец и крокодил, любящий покушать жаркий климат. И это у меня все, 6 очков за крокодила, 42. Все. Ходи. Мне, пожалуйста, да, твой красный кубик бесплатный. Взяла бы много. На. Я что еду. Изучать? Публиковаться. Нет, публиковаться буду сразу. Так он тебе нужен 6 тогда. Я знаю, я буду доплачивать. Да. Слава богу, мне есть чем. Ты доплачиваешь, что это? 6. И публикуюсь. Давай. По всем признакам. Холодный климат, 8 очков, 62.
А кустовые животные наши, только не кустовые, да, сухопутные, еще 5 очков, 67. И птичка. И птичка, еще 2. И то, что это животное. Плюс 1. Америки, 1. И жетон королевской печати тебе пожаловали, держи. Ура. Ага. Смотри. Димиш. Я когда его, я же могу его вместе с ним, не, короче, выборочно, да? В смысле выборочно? Ну вот он, смотри, он млекопитающий, он млекопитающий, но я могу его не... Нет. Ты публикуешь, что, что хочешь. Вот, что, но то животное, которое ты выбрал исходным, ты обязан опубликовать все его признаки. А все дополнительные животные, совпадающие по все категориям хорошо, к нему, хорошо, идут хорошо по желанию. На, вот. Это зеленый. Зеленый 8. Хорошо. Публикуем. Давай. Давай же, кто у тебя исходное животное? Вот сюда положи его. Леопард. А морской леопард. Итак, начинаем с вот этого. Что он любит? Холодный климат. Подожди, 6 очков тебе. А, 78. Дальше. Дельфин. Добавляешь к нему дельфина, что он любит холодный климат. Еще 6 очков. Пингвин. Подожди, это 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добавляешь к нему пингвина, что он холодный климат. Еще 8 очков. А я ему по 1, 2, 3, 4, 5, 6. По 6 очков, что ли, прибавлял, да? Да. Ну, ты стоял вот здесь. Еще 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Короче, еще ты на 72 стоял, 18, 8 умножить на 3, это 24. 96. 96, все правильно, да, ошибся, не те, здесь же 8, 8 очков. Я же вам говорю, мы все страдаем. Все, больше никого не публикуешь? Нет. Ты можешь бобра опубликовать, что он любит холодный климат, можешь черепаху. А ты успеешь остальное опубликовать или все уйдет? Не хочешь. Ты публикуешь, что он водное животное, да. Это 5 очков, и он водное, да, животное, еще 10 очков. Давай, вот тебе 106. Вот, и вот еще одно водное животное. И ты добавляешь черепаху водное очков. Это, ой, водное очков, господи. Ну, короче, водное очков, да. Все нормально. Публикуешь, что он млекопитающий. Подожди, а он здесь не должен на 200 перейти? Нет, какие 200? Он первый раз до 100 добавил. А, он первый раз до 100 добавил. Теперь ты публикуешь животных... Океане, добавляешь к ним еще одно животное океане. Раз, два, три, четыре, пять. Еще 5 очков держи. И тебе пожаловали жетон королевской печати. Ну, будет на ней за счет этого делать обход. Мне нужно сделать 3 публикации, чтобы я успел, да? Поэтому, Ань, дай офигеть мне свою троечку. Серьезно, ты будешь делать 3 публикации? А, подвинь себя по треку репутации на 2. Возьми мою красную троечку или двоечку. Пожалуйста. На тебе за трек репутации. Они уже не нужны. Я не иду сюда. Мне нужно публиковать вторую категорию. Это должно быть 4+. Вот я плачу монетку. Я столько, конечно, не могу собрать. Зеленая четверка. Я публикую, что у меня лисица и бетонка. Да, конечно. Травоядные. Обгонит, конечно. Это 6 очков. Конечно. И я публикую, что лисица и бетонг у меня млекопитающие. Это еще 4 очка, 1, 2, 3, 4. А также я публикую этих двух животных, как животных океане, еще 2 очка. И мне пожаловали жетон королевской печати. Ходи, Ань. Мне надо красного животного. Очень. У нас еще по 2 хода, да, как раз мне на 2 публикации, возможно, еще я сделаю дополнительный ход. А мне нужно 4 свои за 2 монеты, давай. И? Сюда кладу. Не-не-не-не-не-не-не, да. Да я вижу, я знаю, не за 2 монеты, а за 1, 2. Да. И я должен взять карту эксперта, но они мне абсолютно ни одна ничего не дает. Надо же. Ну, вдруг что-то полезное. Ну, я возьму вот красную вот эту. А у тебя были красные хоть? А, я в посольство, наверное, больше не пойду, а в банк пойду. А чтобы вот эти две сыграли друг с другом, я... Да, или наоборот, я пойду туда схожу. 6, 4, 3, 2... Давайте вот так сделаю. Все. Ходи, Миш. Ура. Че ура? Ну, тебе удалось сделать. Нет, возможно, я сделал неверный выбор. Возможно, надо было вот эту закрыть. Куда я пойду? В банк?
Или в посольство. Да я поняла. Я не знаю. Но я спрашиваю, ура или нет. Но обязательно я схожу. Все хорошо. Смотри, я беру твою... Сходи, возьми жетоны и так дальше. Шестерку. Они нужны. А, ты исследовать еще хочешь? Да, делаю ее фиолетовой. Раз, два, три. Фиолетовая 11. И еще плюс 2. Так, ты получил, 13. Во-первых, 1 за трек репутации. 13. 17. Почему 17? 5. Ну, 11, 12, 13. 5. Ну, 5 плюс 6, 11. 12, 13, нет? А, это 6, я что-то 10, да, 13. У нас вообще... Фиолетовая 13. Фиолетовая 13. Все на фиолетовое 13. Ты узнал, что он водный, твой стерх. Я не могу, когда ты говоришь, что я узнал, что у меня. Чтобы просто очко. 4 очка мне. Подвинь его на 4. Он узнал, что стерх... Это я способна. Раз, два, три, 4. Ура! У нас еще по одному ходу, правильно? А у меня 2. Мне нужно. Да, у тебя 2. Но чтобы опубликовать, мне нужен 10 фиолетовых. Так у него еще куча печати, он может еще и за печать опубликоваться. А нельзя, вот, кстати, зря нельзя. Вот у меня 4 печати, у меня еще 4 хода. Она не работает. Это было раньше. Да, конечно. Где мне взять 10 фиолетовых? Нигде. Ну, я забрал. Из доп. Хода буду ее брать, поэтому я возьму. Да, почему? Там есть шанс хотя бы, что 6 выкинешь. Правда? А тебе нужно 10 фиолетовых? Берешь четверку, печать делаешь фиолетовый и ставишь сюда. Давай один свой. У тебя 13 очков. Бери животное. Раз, зачем оно мне сейчас банк. Нужно? Скажите, получаю. Получаю 5 успею? Очков и 3 очка. Да. Раз, два, три. Но ты бери тогда, который тебе нужен, красный или желтый. Желтого. Да не оба мне не нужны, я вам клянусь. Да беру желтого. Бери. Сейчас я посмотрю, шаги. Кого у меня тебе это. Тебе нужен красный или желтый кубик, да. Мне нужен красный. Красный важнее. Ты посчитай, чтобы у тебя желтых было минимум 4. Так у меня их минимум 4. У меня их... Нет, у меня их не 4. Вон у тебя желтый еще. Вот тут. Да. Ну... Красного бери. Я взяла уже. Все, иди, твой ход, публикуйся. Срочно, срочно публикуйся. Давай. Мишин красный, значит. Любой. 3-2. 3. 3, конечно. Конечно, чтобы другим не досталось. Да. Это же ежу, понятно. Надо. Ты приходишь сюда и публикуешь просто по части света. Одно очко и... Королевская печать. Печать, да. Такая статейка, но заслужила печати. Ну, а кто ж... А ты за нее по части света не ставишь вот сюда? Ой, здесь не надо двигать меня? Вот она ты. Я тебя подвинул, не переживай. Подвинул? А черепашку. Ходи, Миш. Давай, пошли. Это мне. Давай. Ты 2 монеты мне. Давай. Вот. Это же кто? Красный 6. Красная 9. Давай. Хорошо. Кто же у тебя исходные животные? Можешь здесь оставлять. Бобр. Бобр исходные животные. Итак, давай от этих всех отодвинем. Итак, первый признак. Ты говоришь, что бобер да. любит холодный климат. 8 его подвинь. Черепаха тоже. Также ты говоришь, что есть черепаха, которая любит холодный климат. Да. Еще 8 мань его подвинь. Так, дальше. Дальше сами. Стерх любит Я холодный хочу климат. Еще 8. А, ты добавляешь, олень любит холодный климат. Еще 8. И все. Теперь ты публикуешь, что бобр водная. Бобер, конечно, только. А бобр написано, канадский бобр. А, бобр, да. Бобр. Не бобер, он бобр. Может, трудности перевода. Да. Посчитал. Стерх водный. Да. Клади. Еще 5. 64. И вот. Черепаха водная. Да. Миш, мне нужна твоя консультация. Еще 5. 65. Вот так он... Нет, вот это уже, я себя подвинул. Вот он, ты 5. 69. Вот так он уже нас всех догнал. Дальше. Листик. Травоядный. Раз. Листик. Травоядный 2. Листик. Травоядный 3. Итак, вот. Еще травоядный 4. Да. Еще 12 очков. Итак, 1, 2, 81. Теперь, что он млекопитающий? 1. Млекопитающий олень. 2. Млекопитающий ситатунга. 3. Это еще 8. 6. А, 3. 6. Все. Мне нужна такая консультация. Вот эту черепаху трогал? Нет. Итак, начинаем. Смотрите, теперь он публикует по части света. По части света он публикует только 2 животных. Это вот животные Америки.
2 очка. Вот этих животных, которых он задействовал, то есть мы с них кубики брали, но они не совпадают по части света, то есть они для статьи не подходят. Вот это сбрасывается, и эти карты уходят в сброс. Миш, у меня вопрос. На тебе за публикацию. Где вот по этим указано? Кто? Дайте посмотреть, пожалуйста. Количество? Вот 4, когда здесь будет, вот. Сколько я получу? Ну, вот, на обратной стороне. Сколько я получу? Где? 3. Вот, 3. За 4 – 3. За 4 я получу 3. Смысла нет. Я хотела поменять печать. Угу. Ну, у меня остался только вот этот кубик. Я беру его 2. Печать тебе на. Это же печать 4 очка дает? Антон, печать дает 4 очка, да. Но смысла нет, значит, что... Я иду публиковать, но мне нужно что? Ну, мне нужно публиковать... Монетка дополнительно одну. А вот эти 2 сюда поставятся. Да. Я меняю цвет. Смотрите, я публикую... Вот я тебе знаю. Я вот думаю, сейчас подождите. Второй признак публикую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я публикую второй признак. Это у меня двоечка. Я говорю, что она фиолетовая. И говорю, что это троечка. И таким образом я могу публиковать по первому признаку. То есть я публикую песца, говорю, что он млекопитающий, получаю за это 2 очка, а также оставляю его себе как животное кьяни, 1 очко, и получаю за это жетон королевской печати. Вот теперь Аня. Аня будет делать последний ход, если ты, Аня, объяснишь. Все. У меня 8 птиц. Да. Если я сейчас сменю вот ее и возьму типа кубик и поставлю его сюда, таким образом я получу туда плюс 2. Да. То есть у меня будет не 8, а 10, верно? Угу. Смотрите, за 8 твоих птиц ты получишь 17 очков. Если птиц будет 10, ты получишь 28 очков. Ты меняешь 4 очка на 11. На 11. Я беру любой кубик. Итак, мне нужен синий. Ты тратишь жетон королевской печати на дополнительный ход. Берешь любой кубик. Ну, мне важно его бросать? Это же уже не важно. Ставишь его сюда. Забираю вот эту историю. Да. Только накрою правильного. В смысле? Не деревья. Вот это надо накрыть. То есть за совпадение цвета ты получила жетон королевской печати. Все. Миш, ты делаешь дополнительный ход? За какое совпадение цвета я получила жетон королевской печати? Я получила вот это. Не жетон королевской печати, а жетон экспедиции. Тратишь жетон королевской печати. Да. Делаешь ход дополнительный. Берешь кубик. Возьми другой желтый. Возьми вот этот. Зачем? Чтобы вот тут они остались в порядок. Ну, я убрала. Оттуда синий взяла. Других 4. Синих не было. Ты идешь публиковать. Черепаху. Он публикует черепаху, и за публикацию получает жетон королевской печати. То есть он просто обменял на 1 очко. Да. Это не я, вот он. Вот, вернее, это не ты. Имеет право. Я делаю дополнительный ход. Мне нужен фиолетовый кубик. Я хочу публиковать своего крокодила. Я выкидываю 3 и доплачиваю. Сейчас я разменяю свои. Ну, ты 2 возьми и 5 отдай. Да, вот я плачу 5, 2 беру сдачи. То есть это 6. Публикую признак, что он у нас жаркий климат. Это 8 очков мне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И, собственно, что это животное Азии. Еще 1 очко и жетон королевской печати. Все. Переходим к финалу подсчета. Стоп. Чего? Ну, переходим к финалу подсчета очков. Стоп. Первое, что мы делаем, исполняем тех... экспертов, которые срабатывают в конце игры. Не которые очки дают, 4, а которые... 4. Разрешите, вот я... Это ж мое последнее действие было, мы далеко не уехали, я пошел публиковать, я ж зря делал, беру 2 и получаю 3 монеты. Первое. Я кладу 2 кубика в жаркий климат. Миша кладет 2 кубика в холодный климат. Клади. Кладет 2 кубика. А если у меня кубики кончатся? К млекопитающим. Кладет 2 кубика к водным и 2 кубика к травоядным. Он набрал себе все карты эксперты. Кончатся кубики. Здесь в игре есть жетончики по 5. Которые 5. У Ани 2 кубика к птицам и 2 кубика к древесным. У меня 1 кубик. Вот теперь начинаем подсчет очков. Такое не забудь. Это потом. Начинаем подсчет очков. Переворачиваем. Первое, что мы делаем, считаем заработанные вот эти очки. Давайте начнем поменять с Ани. Итак, давай, у тебя вот здесь 4.
Это 3 победных очка. Да. Раз, два, три. Здесь 4. 3 победных очка. Раз, два, три. Здесь 4. 3 победных очка. Раз, два, три. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Смотрим. Это 12 очков. То есть 92. А здесь у тебя 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 очков. Это 28. То есть 0. И берем новый жетон, на котором изображено 200. Здесь еще есть жетон 200, 300. 220. На. Много. Теперь. Подожди. Карты. То же самое, но по картам. Давай. Как вы все свои карты тоже складываете? Или вы все только меня ждете? А, вы меня ждете? Мы тебя ждем. Мы сейчас тебя полностью посчитаем, посмотрим, сколько ты заработала победных очков. 5. 5 желтых карт. То есть теперь мы складываем карты экспертов и карты животных. 5 желтых карт. Это 5 очков. 1, 2, 3, 4, 8. 8 красных карт. Это 17 очков. 17, 42. Каждые две монеты одно очко. Сколько у тебя? Одно, да? Одно. Каждый жетон экспедиции одно очко. Каждый жетон королевской печати 4 очка. Еще 12 ей. Этот, наверное, тоже могу сдать уже спокойно. 6. Да. И собирайте. Есть какие-то у тебя карты, которые тебе приносят победные очки экспертов? Нету. Вот. Все. Аня у нас набрала 256 очков. Заберите вот это. Идем, да пусть лежит. По Мише. Итак, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это 22 очка. Так, достаем жетон на 200. То есть это у него 212. Теперь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 17 очков. 17 очков это у нас 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 очков еще ему. 37. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это 8 очков. 45. Жетон печати у него 2, еще 8 очков. Почему? Ладно, 8. Ну куда ты побежал? 53. Все, да, у тебя? Ниже вот это. А, карты ж мы что не читали. Давай карты считать. Самое главное это. Карты, вот твои карты, да? У тебя 1, 2, 3, 4, 5 зеленых, 5 и еще 4. 9. 9 зеленых – это 22 очка, то есть 55. Ой, все понятно. Все понятно. Все. Все. Остальные карты у тебя не подходят. Ну, начинаем считать меня. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 22. 22 очка. Это у меня 94. 94. 1, 2, 3, 4, 5. Это еще 5 очков. 99. И 1, 2, 3, 4, 5. Еще 5. Достала жетон 200, 204. А что у меня так мало? Действительно. Не знаю. Как я вас так сейчас догоню? Никак. Ну, у тебя вот картнер много. Полно. Берем карты, считаем. Сейчас 40 очков взрос. Итак, начнем с фиолетовых. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 карт. 35. 35 очков. 39. Вот видишь, догнал уже. Зеленый. Раз, два, три, четыре. 5 карт. 5. 5, 44. И? Все, желтые и красные по одной это не считается. Теперь. Печать. Подожди. У меня вот этот был активный карт эксперта, который дает мне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 очков. То есть я положение 7 занимаю, 7 очков. А, 7? Вот так. Ну почему так, а не вот так? Ну, 44, 50. А, 44. Теперь монеты считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 очка. Давай. Сколько и печати. Раз, два, три, четыре, пять. Это 20 очков. 74. 74. Одно деление не хватило мне, чтобы достичь. Да, 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 да. Что ж, ладно, Мишка, поздравляем тебя с победой. Спасибо. Да. Итак. Мы за тебя, конечно, рады, но нет всего сердца. Вот такая у нас мама. Да. Шутница. Итак, в конце традиционно подведем, или не подведем итог, а поделюсь своим мнением относительно игры. Итак, первое, что хочется отметить в данной игре, это ее основную идею с изучением животных, да, это довольно интересно, и внешнее оформление хочется отметить отдельно, потому что игра, ну, во-первых, она выглядит красиво,
А иллюстрации животных, так и в общем, да, выглядит потрясающе. Особенно мне нравятся вот эти вот карандашные зарисовки на заднем фоне карт животных, да. Выглядит потрясающе. Игра, в общем, выглядит красиво. По механикам игра не... Здесь нет каких-то лишних там или сложных механик, которые бы переусложняли игру или как-то затягивали партию. Да. Правила у игры несложные. И, по сути, можно выделить две основные механики. Первое – это выставление рабочих. Да, то есть механику, когда мы выставляем фишку в какое-то место на поле и выполняем действие этого места, да, мы называем выставлением рабочих. Так вот, это основная здесь механика. И эта механика здесь дружелюбна к игрокам. Обычно в таких играх есть ограничение по количеству игроков. То есть, кто первый пришел, например, тот и выполнил действие, а другие игроки уже, в принципе, туда ходить не могут. Здесь нет, здесь все области для игроков открыты всегда. Поэтому вы всегда можете выполнить любое действие, которое вы запланировали. И, в принципе, это удобно, можно так планировать игру, хоть с самого начала, да, с первого раунда и по самой шестой заранее. И вторая механика – это сбор сетов. Сбор сетов здесь – это не второстепенная механика, которая дает какие-то дополнительные очки, да, немного в конце игры. Нет, как вы видели, в конце игры мы получили очень много очков за вот эти сборы сетов, и это здесь одна из основных механик. То есть заранее нужно изучать те категории и, например, тех животных, чтобы в конце они вам приносили еще дополнительные и, скажем так, огромное количество дополнительных очков. И отдельно хочется отметить вот эту вот идею с кубиками, да, что вы берете или свои кубики, или кубики соперников. Порой это заставляет, ну, серьезно так задуматься, в том плане, что лучше, взять кубик, например, соперника, ну, нужный вам кубик, но при этом дать бонус сопернику, или же использовать свой кубик, но чтобы сделать его нужным, да, потратив свои бонусы на смену цвета или там на смену значений. Вот. Или иногда, да, вы, например, наоборот, свои не трогаете в надежде, чтобы соперники... Вот Миша так любит, если вы заметили, он не любит трогать свои кубики, он ждет, когда у него соперники их возьмут. Вот он... Сделано интересно. И вот пока сейчас рассуждаю, знаете, о чем задумался? Что вот в последний дополнительный ход, когда Миша поменял печать, по сути, на печать, и одно очко получил, это его и вырвало вперед. То есть не было бы у него вот этой карты, которую он сказал, зачем она мне? Черепашка. Черепахи, да, которую мне следовало. И она, по сути, принесла ему победу. Интересно получилось. В общем, если, как итог, да, если вам нравятся игры подобного жанра, обратите на энциклопедию свое внимание. А на сегодня мы будем прощаться. Надеемся, что видео было интересно. А самое главное, полезно. Если это так, мы очень рады. На сегодня всем спасибо за просмотр. Играйте в игры. Всем пока.